Нет. Йо, ребят, всем привет, с вами как всегда я, Валрус, и сегодня я наконец-то поиграю в Sky... Это кто там говорит? Подождите-ка, это что, вот этот житель говорит? Слушай меня сюда, если ты сейчас не прекратишь орать на все лобби по Скайварсу, то я отрежу твои клыки. Ты кто вообще? Посмотрите на его нос, блин, что за дебил? Ладно, короче, гуляй, пацан. Я не шучу! Я не шучу! Ай! Блин, житель отрезал мне клыки. Получается, сегодня мы должны будем выполнять челлендж без клыков челлендж, да? Ну, блин, я так не... мне не нравится, я хочу клыки обратно. Может быть, есть какое-нибудь решение этой проблемы? Ты получишь свои клыки, только если твои зрители наберут 1000 лайков под этим видео. Понял? Если честно, ребят, я не люблю от вас чего-то просить, чего-то требовать, но, ребят, вам просто необходимо прямо сейчас поставить лайк, а то этот житель мне просто не вернет клыки, и я останусь навсегда таким уродом. Переходим к игре. Реклама! Сегодня я хочу порекомендовать вам не канал на YouTube, а прайс-лист. Там вы сможете себе заказать дизайн, аватарку, превьюшку, шапку, все что угодно. Ссылочка будет в описании. Обязательно смотри и покупай, ведь цены реально дешевые. Вот и наша первая игра. И сегодня я без клыков буду играть. Отлутаем сундуки. Я надеюсь, мы хотя бы сейчас выиграем. Я вижу пацана, он куда-то идет. Ну я же без клыков, что мне делать? Ладно, я постараюсь не ныть и просто надену все, что тут будет в сундуках, вот все вот это золотая. И реально, я хочу просто сегодня победить. Надеюсь, вы за это, конечно же, поставите 1000 лайков, чтобы мне клыки вернули. Эх, блин, даже играть не хочется, но все равно я буду строиться, хоть и без клыков. Идем на центр, я постараюсь сейчас реально затащить. Я никого не вижу. Ты что, дурак? Кстати, дорогие друзья, сегодня мы играем с шейдерами. Шейдеры очень хорошие, надеюсь, вы поставите лайк за них. А, да, и за клыки, конечно. Конечно же, которую мне, блин, отрезали, блин. Я вижу пацана, я надеюсь, его сейчас убью. Привет, брателло, брателло. Да, о, я его уже вижу, я его вижу, я его прекрасно вижу. Нацеливаю лук, бамс! Я в него попал. Хоть у меня нет клыков, я попадаю. Это очень хорошо. Ага, попадаю, да. Вон он, я его вижу. Погнали, погнали на него. Бамс! Он бегает вокруг дерева, не знаю зачем. Ты что, мы прятки с тобой играем, что ли? Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Ай, удочка меня бьет. Блин, их двое? Их двое? Fire Resistance, Creeper Sack, Creeper Sack. И что нам еще нужно? Они пвпшатся. Ну все, я сейчас крысу пойду. Все, МГГ, пацаны. Ой, нет, ты же меня не убьешь, пацан. Алло, здравствуйте, а сколько будут клыки купить? Маржинные, вот два. У меня просто отрезал житель один. Сколько? Вы совсем так... А, все, мы в игре, ребят, давайте сейчас постараемся залутаться. И у меня уже есть ботиночки, в принципе... Кстати, ребят... Я не должен говорить так весело. Кстати, ребят, я вижу там пацана, который смотрит на другого пацана. Ты что, ты как... Ни хрена, он страшный. Сейчас, ребят, я вас научу пвпшиться с такими красноглазыми страшными херабринами. И надеюсь, меня никто сзади сейчас не убьет. Ой, пацан, пока. А, его нет? Его не убили? Нет, его не убили. Блин, он отвлекся на секунду, я мог его убить за это время. Я его, походу, не убью. Ставлю моего братана, поздоровайся. Так, он идет. Давай, крипер, тащи. Нет, нет, не умирай, крипер. Нет. Ладно, в принципе, убили моего крипера, но я ему отом... Чего? Он упал! Он упал! Ладно, мы убили первого пацана и наш крипер... Я не могу без крипера жить. У меня нет клыков и крипера. Хорошо, ребят, давайте построимся на центр. Я надеюсь, мы убьем наших противников, которые просто очень злые. Очень злые, такие же, как и тот житель, который отрезал мне клыки. Мы остались 1-2, и я вижу пацана, который, наверное, хочет меня убить, но у меня нет брони. Я не знаю, что делать. Ты чего застыл? Я не знаю, что означает их. До свидания, я не хочу с ним разговаривать. Он упал? Он тоже упал? Он тоже упал. Ой, ХП мало, не бей, не бей, не надо. Подумай, подумай о жизни. Братан, он уже идет, все, ГГ мне. ГГВП, ГГВП, ГГВП. Я постараюсь его сейчас вот так скинуть и...
Он не падает, да? Жалко, так как, блин. Ладно, окей, побежали отсюда. Я постараюсь его реально сейчас скинуть и... Блин, он почти упал, вы это видели. Так, тут есть сундук, и днем нету ничего. Как это круто. Я выиграл, он тоже упал, офигеть. Главное, чтобы сейчас мы его крипера не уничтожили. Бамс. Здорово, братан. Привет, Валрус. Дебил! Ты как мог меня обозвать? Умри! Просто умри! Я не хочу с тобой играть! Вы видели? О, ты че вернулся, дебил? Хорошо, мы будем играть с этим крипером, но я даже не буду с ним разговаривать. Я на него обиделся. Вот он смеется над моими недостатками. Это так низко! Это так низко, тем более для крипера, который самый низкий персонаж в игре. Из мобов злых. Привет. Ха-ха. Нифига себе, тут вещи в сундуке. Все, мы сегодня будем тащить. Я в этом просто на 100% уверен. И мы сейчас берем все эти вещи и отправляемся на противника. Я надеюсь, ребят, вы не забыли то, что под этим видео надо набрать 1000 лайков, чтобы мои клыки вернули к жизни, а то я таким ходить, если честно, не могу. Поэтому, ребят, ставьте прямо сейчас лайк, ну а мы отправляемся на противников, чтобы их убивать. Здорово, я с ним не разговариваю. Почему я все время в центре, когда остается мало игроков? Блин, это не мой! Чё ты смотришь? Ты должен был меня защитить! Окей, еще 3 человека против нас остается. Я вижу, как 2 из них пвпхаются. Опа, как я его... Вы видели, как я его убил? Я твой... Да, ребят, это было жестко. Теперь я вижу этого пацана. И он меня, наверное, тоже убьет. Или нет, он меня не убьет. Ой, мой крипер почти его убил. Ладно, окей, я понял все. На самом деле это все моя броня. Если бы не моя броня, я бы просто бы проиграл. Ну, на самом деле с клыками я бы уже давно бы выиграл, но, к сожалению, не судьба. О, там пацаны пвпхаются. Давайте подойдем к этому, убьем его. Нет, только ты же меня не скинешь, братан. Нет, вы меня не скинете. У них оба, у Лео ХП, они. Ай, бежим, 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 добьем его. Добьем, добьем, ребята, его, добьем. Пожалуйста, я хочу победить. Мы остались один на один с Пабло Плайзом. Валрус пишет он, а я пишу ему нет, не буду ничего писать, я дебил. No. Я не ютубер, отвечаю. Плиз, скрини. Окей, окей, я не против, госскрин, пацан. Сейчас мы пойдем с тобой скриниться. На самом деле я его убью. Мы сейчас с тобой пойдем скриниться. Я иду, привет, давай скриниться, братан. Да, я злой. Что, друзья, вот такие 3 игры у нас получилось. Я надеюсь, мне житель вернет клыки. Как только под этим видео наберется 1000 лайков, я верну Валруса клыки, честно. Ребят, я реально надеюсь, что вы не забыли поставить лайк. Если вы не поставили, обязательно поставьте. С вами был Валрус. Всем удачи, всем пока.